В предпраздничные дни 22 февраля и 7 марта почтовые отделения будут работать на час меньше. В субботу 24 февраля отделение Почты России будет работать по обычному режиму. В пресс-службе отметили, до и после праздников для доставки пенсий и пособий, а также почтовых отправлений, журналов и газет для сельских отделений почты может быть установлен особый режим работы. Его должны согласовать с Пенсионным фондом, поэтому время доставки пенсий сельским жителям лучше уточнить в профиль. Ведомстве.